Дело в том, что, немножко спущусь ниже, было очень трудно принять себя другую. В своем новом образе, в общении, с новыми интересами, с новыми идеями, в кругу семьи, в кругу новых знакомств, новых идей, новых реализаций, направлений. Настолько вдохновительные такие чувства, что каждый шаг, который я делала и применяла все навыки, которые приобрела, мне очень помогли. Это хочу немножко пробежать по пунктам, что у меня вообще насколько нового что-то во мне изменилось лично во мне. Во-первых, это планирование и расстановка целей, что мне помогла настолько четко определять свое направление, свой интерес в жизни, найти там, где воплотить себя и заняться любимым делом. Принятие очень быстрое, принятие решения с быстрым анализом, развитие акционных способностей, я очень увлекаюсь, посвящаю очень времени, вот, моделировать и изменять ход событий в положительном результате, контролировать свои страхи, ведь наши страхи, они все как придуманы сами, мы создаем себе какие-то вот непреодолимые шаги, которые вот мешают нам что-то в жизни реализовать себя, достичь чего-то, вот, управлять своими эмоциями, расширять свой рацион питания. Дело в том, что у меня после онкологии была очень серьезная проблема с питанием. И довольно-таки длительный период времени, когда питание было исключительно в какие-то только блюда. И это вошло в такую привычку, что когда я выздоровела, мне очень трудно было есть какую-то обычную пищу, какой-то присутствовал страх, тело сразу зажималось. Вот благодаря тоже навыкам, которые я приобрела в клубе, я начала чувствовать, управлять и применять. И просто с наслаждением сейчас кушаю любую пищу. Это очень большой плюс. Вот. Далее, распознавать свои потребности. Что, зачем, для чего мне это надо? Это настолько в жизни дает четкое свое направление, чтобы потом человек не сидел и не думал, а зачем я это сделала, а что мне это дает, то есть когда он уже сделал какие-то шаги. То есть это очень большое достижение, когда вот я знаю, когда до этого у меня как-то я делала, не задумываясь, а потом все это анализировала, очень много всего всплывало, так и так. То есть сейчас я приняла, сделала, получила удовольствие, результат и пошла дальше. Легко высказывать свое мнение. Это я всегда прислушивалась к мнению окружающим, кто-то что-то говорит, то есть я чувствовала, что мое мнение будет нелепым, мое мнение будет не настолько утвердительным. То есть сейчас в кругу общения мое мнение настолько, я вижу, как оно отделяется, как оно то есть применяется, и очень много отзывов того, что вот я где-то свое придумала, я где-то свое воплотила, свои идеи. То есть это очень большой плюс. Чувствовать свое тело, ощущать приятные ощущения, комфортные, и умение калибровать их. Еще тоже окунусь немножко в те ощущения, которые мне пришлось, в то время, которое мне пришлось пройти, это время химиотерапии. И мое тело было настолько наполнено
этими лекарствами, что постоянно чувствовался дискомфорт, у меня постоянно дрожь была, у меня постоянно раздражение шло в теле. То есть благодаря навыкам, пройденных в клубе саморегуляции, я научилась калибровать, научилась изменять эти состояния и ощущения до нужного мне комфорта. И вообще у меня поменялся полностью мыслительный процесс. Меня даже дети дома заметили. Мы планируем что-то дома. Как я планировала раньше в день, какие идеи подавались. То есть у меня дети всегда подходят и спрашивают: «Мама, а классная идея, только как-то ты так до этого додумалась, как-то такое новенькое, что-то такое вот». Они с вдохновленностью принимают. То есть я начала модулировать свою жизнь, окружающий мир, что вокруг меня, чтобы и это с положительным результатом. Ну и, конечно же, улучшился и сон, и память, и позитивное настроение постоянно присутствует в меня и позволяет мне быть всегда в физической здоровой форме. Разобравшись в себе, приняв все техники и достигнув положительного результата в улучшении своей жизни, отталкиваясь от всего моего опыта, я нашла свою цель, а именно, в какой сфере я хочу реализовать себя, к чему у меня есть интерес. И имея множество навыков, я прямо засияла от этого, что я увидела себя там, где я вижу, чувствую, где мне хорошо, где заниматься тем делом и быть полезной окружающему миру. И получать положительные результаты. Я оттолкнулась от того, что весь опыт мой, который я прошла через онкозаболевание, я могу, то есть я вижу себя в реализации именно в этой деятельности, так как я сама через это прошла, и я понимаю чувства, те люди, которые болеют, и какая помощь им нужна, какая поддержка им нужна. И я очень много сейчас посвящаю времени именно для... То есть встречаюсь с врачами, встречаюсь с родственниками, с больными, беседую. Мне настолько это доставляет удовольствие, и я вижу, как они начинают радоваться, они видят путь к спасению, и они видят такой результат, вот это я, которую я прошла, то есть он у меня есть, и я им это доношу, и... Это дает настолько столько позитива, столько эмоций положительных. И я хочу реализовать себя в этой сфере. Сначала у меня идеи, все это я распланировала, начинать с волонтерского начала и дальше уже постепенно, пошагово двигаться вперед.